Приветствую вас, друзья, на нашем канале. Сегодня мы приехали в мой родной город, это город Верхотурье, и хотим сегодня вам показать красоты города Верхотурье. Тут подошла к нам коровка, мычит. Сегодня изумительная погода, начало сентября, очередной отпуск. Решили на неделю приехать к родителям и прокатиться по всей округе, показать, как тут красиво. Снимать реально есть что, снимать очень много, и я думаю, что мы, возможно, даже за день сегодня этот материал весь не отснимем, так как нужно снять в городе и снять еще район. Кто рычит? Маленькая наша рычитная корова. Злюка. Злюка. Ну что, поехали? Thank you.
Забрались вот такое прекрасное место. Это около висячего моста. Есть смотровая площадка, построили рядом с Кремлем, с Кремлем. С видом на реку Тура. Вид просто изумительный. Солнышко, погода прекрасная. Просто замечательное место. Так бы сидел бы и постоянно любовался бы. Женский монастырь придется снять только со стороны. Внутрь, естественно, нас никто не пустит. Thank you.
Вот и наступил вечер, друзья. Сегодня мы потратили с 11 часов дня до 5 вечера. Засняли только город Верхотурья, всю красоту города Верхотурья. Вы посмотрите, вечернее Верхотурье, какую сделали красоту. Как все освещено, какие сделаны лужайки, какая красота. Это не передать словами. Сегодня, к сожалению, мы в район не успели съездить, Меркушино снять не успели, и все остальные деревни тоже. Это будем снимать завтра.